снова здравствуйте! И предлагаю посмотреть первое обзорное видео. Но перед тем, как начать, краткая предыстория. Кстати, звук я записываю дома, так как при съемках этого ролика был дикий ветер, который своим треском забивал все остальные звуки. А теперь к делу. Я всегда ловил рыбу с берега, а это примерно 80% рыбных мест в недосягаемости. Но однажды мне довелось половить рыбу с надувной лодки с мотором. Сказать, что я был в восторге, ничего не сказать, и с тех пор я загорелся. Но на мелких речках, где я ловлю рыбу, на моторе не разгуляешься, да и мне нужно было мобильное решение. Сначала я стал искать и прицениваться к обычным грибным лодкам ПВХ, но случайно наткнулся на одном канале про рыбалку на надувной каяк. Канал, кстати, называется «Всегда в одиночку», можете поискать. Написал автору и спросил, где он покупал каяк, и от него я узнал про компанию Time Trial. Сразу же написал им с просьбой мне помочь. После недолгих переговоров, что меня удивило, мы определились, что мне, во-первых, нужен фиш-каяк, и нужен он мне в подарок. Сказано, сделано. Ребята вошли в положение и прислали лодку моей мечты, как выяснилось. Рекламой это не назвать. Да и они попросили сильно не рекламировать и рассказывать все объективно. Ну а я по-другому и не умею. Немного параметров. Длина лодки 3,6 метра, вес 10 кг, диаметр баллона 30 см, а грузоподъемность 190 кг. Также есть сиденье со спинкой надувное и 4 удилища-держателя. Первый раз я собрал лодку минут за 30-40, но это из-за сиденья, которое получилось поставить в нужное для меня место только с третьего раза. Да, такой уж я рукожоп. А вообще лодка надувается минут за 5. Огромный насос я показал в начале. Также лодка мобильна и помещается в не очень маленький, но рюкзак. О ходовых качествах скажу немного, так как это моя первая лодка и мне нравится тут все. Но надо некоторую сноровку все-таки иметь и научиться правильно грести веслом. В остальном все огонь. На дне, кстати, есть два плавничка для того, чтобы не вертело ее. Еще мне говорили некоторые, что каяк неустойчивый. На самом деле это не так. Сел, расслабился и поплыл. Все удобно, комфортно и надежно. В общем, я рекомендую. Теперь вся рыба моя. Но первым делом сплаваю, цеплю пару своих приманок с кустов, которые зацеплял раньше. Где купить фиш-каяк, смотрите в описании к видео. Там оставил ссылочку.